Новый многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг начал свою работу в жилом доме по адресу Минаева, 6. Первый этаж дома для МФЦ выбран не случайно. По поручению главы региона с целью уменьшения очередей требовалось помещение, площадь которого составляет почти 1000 квадратных метров. В новом центре организованы работы так называемых бэк-офисов, которые занимаются документарным и электронным оформлением документов. Например, сделать фотографию на паспорт или водительское удостоверение при подаче документов можно будет в стенах центра. Это значительно сократит время работы с каждым посетителем. Раньше нужно было бегать в разные места, там какие-то документы, справки собирать. Сейчас ты приходишь в одно место и получаешь всю информацию, все, что тебе нужно, все в одном месте. Очень удобно на самом деле. Новое здание отвечает требованиям программы «Доступная среда». Тактильная плитка, пандусы и туалеты для инвалидов, детский уголок и зоны отдыха – это лишь скромный набор функций обновленного центра. Но главным новшеством МФЦ на Минаева станет центр здоровья. Не отходя от документов, жители смогут измерить давление, температуру и получить консультацию врача. Он начнет свою работу через неделю. Здесь можно будет проверить свое состояние здоровья, то есть проверить давление, снять кардиограмму. Довольно-таки большой спектр. Одной из главных проблем старого многофункционального центра на улице Льва Толстого была нехватка парковочных мест. Также у посетителей вызывало неудобство отсутствие особых условий приема для маломобильных групп граждан. Эти проблемы были устранены после открытия дополнительного МФЦ. Парковочных мест больше. Центр мне нравится, по крайней мере, сегодня. Особенно классные кофе-автоматы новые стоят с сенсорным управлением. Ну, в общем, хороший центр. Большинство услуг специалисты многофункционального центра уже оказывают гражданам. Обратиться в центр на Минаева могут жители любого района Ульяновской области. Константин Никитин, новости Ульяновской правды.